Значит, вот... Ну, я же где-то в Дискорде не разобрался тогда. А все, сегодня проверил уже все. А, ну вот, вот дам комментарий по поводу того, что, ну, где-то час назад было это самое, значит, беседа у тебя с Харьковчанином. Могу добавить, что Харьков был, да и, пожалуй, остается удельно самым вузовским городом СССР. То есть на 89-й год, к примеру, вот я приводил это много на текстовых форумах, он был, значит, лидером с большим отрывом, то есть по количеству вузов на миллион населения. 13,8 вуза на миллион населения в Харькове было на 89-й год. То есть 22 вуза на 1,6 миллиона населения. В Москве было 11,1, то есть 89 вузов на 10,2 миллиона населения на 89-й год. Ну и в Питере чуть поменьше. То есть Харьков лидировал с большим отрывом по удельному количеству вузов. Вот. Я вам по большей части скажу, кроме вузов, там настроение в Харькове, наверное, со всей Украины сохранилось более такое лояльное к России. И не, ну что значит, конечно, в Харькове ребеллинг был, то есть сепаратизм был в 2014 году больше, чем у вас и в Донецке, но не в абсолютном, не в пропорциях к населению, то у вас, наверное, побольше было, ну немножко, это примерно одинаково. Но поскольку Харьков больше, то в Харькове был больше, его, да, раньше взяли обладминистрацию. Просто ситуация сложилась так, что, ну я уже это говорил, повторяюсь, Аваков, будучи заинтересован в Харькове, как имеющий бизнес в Харькове, он все полицейские силы, там ягуары разные, спецслужбы, бросил на подавление сепаратизма именно в Харькове. На вас он ничего не послал, на вас только уже АТО пошло. А до АТО действовали подавлением только силами МВД. Вот все силы МВД, 90% были брошены на подавление Харькова. Вот такая ситуация. Вот поэтому, ну, посмотрим, что дальше будет. Я, конечно, рад бы твоему прогнозу 2 года, но я думаю, что 4 года еще. Ну, не знаю, я, знаете, у меня, как называется, чуйка редко подводит, поэтому я думаю, 2 годика и все станет. Ну, твои, как говорится, твои слова, да Богу в уши. Ну, согласен с вами, хорошая поговорка, я думаю, надеюсь, что как будет. Я, знаете, хочу, чтобы уже люди перестали страдать, все люди, потому что и в Донбассе, да, в украинской стороне тоже страдают люди, сильно страдают. Ну я в курсе, да. Кто-то от войны, а кто-то от власти, от своей, от беззакония, от безработицы и так далее. Да, понятно, да. Ну ладно, что, если давайте, я стрим смотрю, если есть вопросы, задавайте, отвечу. Задавайте, если есть вопросы. Я пока. Перевод 500 рублей Вячеслав Васильевич, здоровья вам. Вячеслав Васильевич, спасибо. И перевод 1000 рублей был. 1026 рублей от Валерия Николаевича. Детям добра и праздника. От Валерьяна. Валерьян, спасибо. Поэтому, и кто только что присылал донат и спрашивал голосовой донат за банк какой-то. Что за банк? Но это явно не ко мне был вопрос, это к вам. Я не знал за банк. Был вопрос. За банк? Банк, да. Ну, то есть кто-то за банк, но явно не за меня. Наверное, у тебя никого не банил. Нет, ну просто у меня это слетело, у тебя ключик слетел. Ну ладно, слетел так слетел. Ты мне когда давал ключик, да, давно, а потом он слетел. У вас, наверное, ключик был на первом основном канале. А, да. А, да, наверное, там он остался, да. Зайдете, напишите, верну. Положенное на место. По поводу бана никаких претензий. Это Кремлёва я спрашивал, у Кремлёва меня забанили на основном канале, а на том, которым он сейчас стримит, нормально, мы с Кремлёвым общаемся. А на первом меня кто-то из его модеров забанил, ну они же, по-моему, твои модеры, частично. А у тебя, ничего, что у тебя на ты, ты ко мне на вы, ты вроде раньше тоже, ты вроде раньше тоже ко мне на ты обращался. Ну ладно. У меня же бывает, кто-то на ты, на вы. А так у меня никаких банов у тебя не было, все окей.
Ну ладно, в общем, я вижу, вопросов нет, отвечу в текстовом режиме. Да, если я, что, в чате. Вот. Я в чате, ладно. Еще раз стриму привет, подписывайтесь на канал стримера и заходите ко мне. Все, давайте. Бай. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство, у них есть они... Вторжен выфалака на свет и прерву подколотый подшитый материал. Смертный бой! Нашистской силой неумною! С оранжевой чумой!